дорогие друзья, коллеги, я всем благодарен, что вы второй вечер подряд пришли на выставку, посвященную одному художнику. Не будем все лавры приписывать себе. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить Александра Владимировича за идею. Евгений Александрович,
Большое спасибо за организацию такого прекрасного выставки не было. И я приходил специально сюда, в исторический музей, и пытался найти его работы. И мне казалось, что они обязательно должны быть здесь в экспозиции, потому что он, как говорится, один из лучших бета-писателей. Но я никогда ничего не находил. И сейчас выкладываете такое богатство. А почему все-таки исторический музей не смог хотя бы постоянно держать в экспозиции 3-4 работы его? Ну, это очень простой вопрос, поскольку Гампель был графиком. То есть он работал с бумагой. Акварель, рисунок, гравюра, литография, миниатюра. Это очень нежные техники, которые не выносят света. Графические работы не экспонируются постоянно. А удел графики — это выставки на 2-3 месяца, и потом вещи хранятся в шкафу. Если бы они экспонировались у нас постоянно, мы бы вообще их не лишились. Они бы выгорели и, в общем-то, пропали. К сожалению, такая ситуация. Но зато у нас в фондах сохранилось очень много вещей. Поэтому здесь такой полумрак, понятно. Второй вопрос. Я там увидел Екатеринбургское гуляние. Вчера в музее Пушкина я видел, но там вот такой аффорт, он раскрашен акварелью. Там много зеленого цвета очень. И кажется, с помощью еще лаком покрытым. Я хотела бы спросить для себя, просто любопытно, сколько же таких лент есть в России? Ну, вы знаете, я вам не скажу, сколько конкретно, но известно, что их сохранилось мало. Ну, может быть, 10-15 в разных музейных собраниях России. К сожалению, не больше. У нас, к счастью, представлены работы не раскрашенные. То есть, как правило, раскраска делалась позже и не самим Гампелем. То, что представлено экземплярами Государственного музея Пушкина, она раскрашена, на мой взгляд, чрезвычайно ярко и покрыта лаком, и пропадает вот эта вот особенность охотной техники. То есть мы не видим работы резца, работы художника как гравера. А вот в панораме, в экземпляре панорамы из нашего собрания как раз гравюрная техника Гампеля, которой он обучился во время жизни в Вене, в Австрии, она прекрасно представлена. Да, мне так и показалось, что она там раскрашена. То есть это в какой-то более ценный вариант, значит. Не исключено, так сказать. Вы когда готовились к этой выставке, вы сотрудничали с Владом Колесниковым, и вы как-то немножечко ощутили, что художник был не просто художник, а все-таки он был глухонемым художником. Или, может быть, глухонемой для вас ничего не значит? Скажу я так, что когда я изначально думал, вот мы с коллегами из музея Пушкина думали делать эту выставку, мы не предполагали делать акцент на глухоте Гампеля. Но, опять же, благодаря Владу, как-то мы с ним начали общаться, сотрудничать и решили делать выставку не просто о Гампеле, а о глухом художнике Гампеле. Потому что вообще в истории русского искусства глухих художников очень мало, очень мало. И из них, конечно, Гампель, наверное, самый известный. И мне показалось, что не обратить внимание на эту особенность этого человека было бы неправильно. Абсолютно верно. И Влад тоже абсолютно прав, потому что нельзя считать случайностью то, что Гампель упорно подписывал по-французски и по-русски глухонемой. Потому что для него это было принципиально важно. Потому что он прекрасно понимал, что глухота, она как бы предопределила его судьбу. И если бы не глухота, то он не учился бы в школе за глухи. Он бы не знал бы жестового языка, он, может быть, не стал бы художником, а может быть, он был бы продавцом мебели, как его отец. И стал бы обычным слышащим. А тут, как на обычной биографии, знакомство с великими людьми. Он прекрасно понимал, что он обязан, как ни странно,
своему несчастью. Короче, большое спасибо за организацию такой замечательной выставки. Спасибо. Сейчас мы же через завтра, что будет первый год, да, посетители начались первый.